Здравствуйте, мои дорогие зрители, меня зовут Ирина, и вы на моем канале. Сегодня я посетила магазин сортовых орхидей в городе Краснодаре по улице Уральская, 77. Здесь привезли шикарный завоз, это последний завоз в этом году, поэтому кто еще не заказал себе орхидейки, но очень хочет, советую быстренько активизироваться, пройти в группу ВКонтакте, ссылочка в описании, и оставлю еще ссылочку на магазин в Инстаграме, вот, но все, что есть в наличии, это группа ВКонтакте. Там альбомы, вы заходите, смотрите, выбираете, что есть в наличии и заказываете через Ольгу. Только через Ольгу, потому что все остальные это мошенники. На ваших экранах сортовые орхидейки, которые привезли в единственном экземпляре. Они ароматные, цветущие, они пронумерованные. И если кто-то захочет себе одну из этих красавиц, обязательно выбирайте номер, под которым она стоит, и делайте заказ. Сейчас я вставлю фотографии, где именно эти орхидейки пронумерованы, чтобы вы могли выбрать и, собственно, заказать эти красивые ароматные растения. Орхидейки пришли очень хорошего качества, размеры разные, начиная от 1,7, заканчивая 3,5. Все размеры указаны опять же в группе, уточняйте. Разнообразный выбор орхидей, это как и котлеи, дендробиумы, дендрофаленопсисы и многие-многие другие, и ванды есть в магазине. Вот. Для тех, кто живет в Краснодаре, конечно, все намного проще, но я советую тоже проходить в группу ВКонтакте, смотреть, что есть в наличии, затем приезжать. Кстати, есть и вот розы пустыни, адениумы. Я сейчас вставлю фотографии, они к девочкам приходят вот в таком вот виде, в таком виде придут и вам. Как раз мне кажется очень интересно посмотреть сегодняшнее видео и уже знать, какие растения вам придут. Растения очень хорошие, и я, кстати, себе тоже сегодня приобрету растения. Я думаю, все, кто подписан на мой Инстаграм и в группу ВКонтакте, уже знают, что я очень хотела себе Льюис Берри. Но в прошлый раз мне не досталось, опять же, я не сделала предзаказ и даже не посмотрела в группе, что уже они закончились. Вот, я приехала за Льюис Берри, но ее уже не было. Я очень расстроилась, приобрела себе другие растения, вот, но в этот раз я посмотрела, и, знаете, в этот раз Льюис Берри бабочка. Я нереально счастлива, конечно же, я себе ее приобрела, потому что это нереально красивое растение, вот, мало того, что я хотела себе, так еще и мне досталась бабочка. Они еще есть, кстати, в наличии, и кто себе хочет такую же прелесть, можете себе заказать. Орхидейки все хорошие, смотрите, все зеленые листики, все с хорошей корневой системой, и у некоторых уже даже есть цветоносы. Может быть, кому-то повезет, и орхидейка придет уже с цветоносом. Мне кажется, это вообще замечательно и очень круто сразу же посмотреть на цветение. Но, кстати, многие, кто уже заказывал в этом магазине, мне присылали фотографии, что орхидейки уже цветут, хотя им буквально пару недель, как они пришли, они практически сразу же выпустили цветоносы. Поэтому не бойтесь, заказывайте орхидейки, тем более это последняя поставка в этом году. Всем любви, удачи, пока-пока!